Влад долго готовился к национальному достижению. На видео крутится тот рекорд, который был установлен здесь же на Олимпийском во время презентации книги 2020. И сразу после этого мы, вернее, Олег Волочков, занялся борьбой с Гиннесом. Многие спрашивают, кто чемпион по борьбе с Гиннесом. Это Олег. Были вопросы к самому действию, к видео, к файлу, к сертификации весов и прочей ерунде. И когда уже второй год был на исходе, Гиннес понял, что проще, наверное, все подтвердить, чем еще мучать рекордсменов, нас, себя и всех причастных к этому делу. Многие спортсмены гиревого спорта, мастера спорта, международники, заслуженные, пытались повторить то, что делает Влад. Вы знаете, с открытыми глазами ни у кого почти не получилось. Первый рекорд мы в Запорожье установили с вот этой гирей. Она весит 34 килограмма. Он с закрытыми глазами тогда сделал сколько? 40%. Вот. Второй рекорд вы видели на экранах. Он превысил мировой в 40 килограмм. Сейчас мы готовимся к рекорду. У нас есть гиря 50 килограмм. То, что вы сегодня будете наблюдать, это его просто рабочий вес. И как шоу мы придумали гирю с огнем. А все уже. Готова вручить рекорд Книги рекордов Гиннесса мировой Владу за достижение не это, а предыдущее, то, которое вы видели на экране. 26 раз вращение гири вслепую весом 40 килограммов. Напомню, что предыдущее достижение с этим же весом мирового масштаба было всего лишь 13 раз. Давай.